Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте мне от имени руководителя нашего региона Ленинградской области Александра Шерденко, правительства Ленинградской области, поприветствовать участников Международной научно-практической конференции «Государственное управление на крайнем севере», которая, я уверен, станет конструктивной площадкой для прямого диалога представителей органов власти, научных и образовательных кругов России и Норвегии. Хотел бы отметить, что Ленинградская область осуществляет активное взаимодействие с Королевством Норвегии, в том числе в рамках соглашения о сотрудничестве с губернией Нурман, заключенного еще в 1987 году. За период почти 30-летнего сотрудничества реализовано множество совместных проектов и инициатив. Активно развиваются связи в образовательной, культурной и социальной сферах. Регулярно осуществляются молодежные обмены, проводятся совместные семинары, конференции и выставки. Продолжается работа в рамках президентской программы повышения квалификации кадров. Ярким примером служат ежегодные стажировки государственных служащих в партнерских регионах Норвегии. С большим успехом проходят совместные проекты в сфере театрального и музыкального искусства. Неоднократно творческие коллективы Ленинградской области приезжали с гастролями в Нурман. Мы также принимали у себя норвежские коллективы. На постоянной основе проводятся мастер-классы, на которых деятели культуры и искусства знакомятся с методиками работы своих зарубежных коллег. Большое внимание уделяется установлению и развитию сотрудничества на муниципальном уровне. За прошедшие годы у нас сложилось 7 пар побратимов, а в 2013 году город Кингисепп и коммуна Нарвик отметили 40-летие своего сотрудничества. Не менее динамично развиваются контакты между молодежью наших регионов. Молодые лидеры Ленинградской области и губернии Нурман принимали участие во множестве совместных проектов. Несомненно, формирование активной политической позиции, участие молодых в жизни регионов – это залог успешного развития будущего наших территорий. Мы уверены, что Ленинградская область за годы сотрудничества завоевала репутацию надежного партнера. Наш регион динамично развивается. Эта территория привлекательная как для российских, так и зарубежных инвесторов. Среди них есть и норвежская компания «Йоутон», которая с 2013 года реализует проект строительства завода по производству лакокрасочных материалов в Тосинском районе Ленинградской области, общим объемом инвестиций 1,7 миллиарда рублей. В феврале 2014 года в церемонии открытия завода принял участие его королевское высочество наследный принц Хакон. Хотел бы отметить, что отношения наших стран имеют глубокий исторический корень, и мы должны вместе прилагать усилия для сохранения этой памяти. Очень важно, что в этот юбилейный год победы во Второй мировой войне мы совместно с нашими норвежскими партнерами проводили многочисленные торжественные мероприятия, посвященные этим трагическим страницам нашей истории. В октябре прошлого года делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Юрьевичем Дрозденко посетила губернию Нурман, принимала участие в открытии 4-й сессии Государственного совета Нурланда, и были большие обсуждения о дальнейших наших шагах во взаимодействии Ленинградской области и провинции Нурланд. Нам есть над чем работать, есть к чему стремиться. И уверен, что несмотря на достигнутые результаты, не все возможности еще используемы нашего дальнейшего сотрудничества. Несомненно, есть большие перспективы. В заключение своего выступления хотел бы пожелать участникам конференции успешной работы. Спасибо за внимание.